На стадионе «Металлург» состоялся очередной тур молодежного первенства Ленинского городского округа по футболу. Соревнование проходит 5-й год. На этот раз в них участвовали 11 команд. Соперникам предстояло сыграть между собой в групповом этапе, согласно жеребьевке. Затем лучшие играли на вылет. Команды до 21 года играют каждый месяц по туру. У нас всего 6 туров, сегодня у нас 2-й. И по итогам 6 туров мы определяем победителей, лучших команд. В основном все команды представители Ленинского округа, но есть и команда из Москвы. По словам организаторов, в этом сезоне состав участников довольно сильный. Одним из фаворитов турнира называют видновский клуб «Суринам». Ну, мы относимся в любом случае с уважением к любому сопернику. Как бы мы с ними не играли, с каким там бы счетом не выигрывали, на поле все равны. Кто-то, конечно, посильнее, помастеровитей. Но идем от матча к матчу, выигрываем и забираем свои победы. Для некоторых спортсменов игры турнира стали дебютом на соревнованиях. Несмотря на это, у игроков отсутствовало волнение благодаря должной подготовке и проведенным тренировкам. Мы рассчитываем, конечно, на победу. Мы очень жестко тренировались, мы каждый день выходили, играли. То есть, чтобы набраться опыта, так сказать, жестко разносить всех. Результаты каждого тура будут суммироваться. Победитель первенства определится в конце сезона, который запланирован на октябрь. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.